Диалог с прокурором прошел в Ненецком округе. Он запущен в рамках проекта Общественной палаты России. В диалоге с прокурором приняли участие общественники и молодежь региона. Модератором выступил председатель комиссии Общественной палаты по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев. Комиссия Общественной палаты России по поддержке молодежных инициатив, реализуя проект «Диалог с прокурором», уделяет большое внимание привлечению молодежи к общественному контролю. Поэтому основные цели такого мероприятия – это установление контакта между государством и гражданским обществом, просвещение молодежи о деятельности прокуратуры, привлечение внимания прокуратуры региона к проблемам молодежи, формирование традиции встреч молодежи с органами власти. Сами понимаете, прокурор не может приходить на все мероприятия, связанные с общественностью, поэтому именно Общественная палата сегодня является неким таким модератором, на основе которой мы хотим дать сигнал, что сегодня, в первую очередь, прокуратура открыта к диалогу, более того, хочет быть прозрачной. Ваш регион на сегодняшний день 29-й, который я посещаю. И мое посещение, в принципе, носит больше формальный характер, потому что хотелось бы, чтобы такие встречи проходили без гостей из Москвы, а внутри региона. В ходе диалога с прокурором, который длился 2 часа, молодежью Ненецкого округа был задан ряд вопросов. Они касались занятости населения, проблемы алкоголизации и распространения алкогольной продукции на территории округа, преступлений среди молодежи, поступили вопросы от доноров региона и многие другие. Ну, на мой взгляд, это очень полезная встреча, нужная, необходимая. С одной стороны, мы получаем информацию о состоянии законности. Каждый вопрос содержал в себе определенную проблему. И если в ней содержится информация о правонарушении, то это наше руководство к действию. С другой стороны, часть вопросов звучала, связанная с разъяснением законодательства. Это тоже функции прокуратуры. И мы услышали о проблемных вопросах, которые требуют еще правового регулирования. Вот, на мой взгляд, сегодня мы задали только еще общий тон диалогу именно с молодежной общественностью. Я думаю, что следующие встречи, которые у нас произойдут, будут носить уже тематический характер. По итогам встречи, отметил Николай Егоров, будут скорректированы планы работы по пропаганде права. Для ведения такой работы в образовательных учреждениях региона будут привлечены молодые юристы, а ряд поступивших предложений мог лечь в основу законопроектов округа.